Открепительное удостоверение необходимо получить тем избирателям, которые не смогут прибыть в свой избирательный участок для голосования в день проведения выборов. Документ выдается на основании письменного заявления с указанием причины невозможности своего присутствия 18 сентября в избирательном участке по месту жительства. До 6 сентября открепительное удостоверение можно получить в территориальных избиркомах. Их адреса, телефоны и время работы есть и на нашем сайте fkt.com. После, до 17 сентября, выдача открепительных удостоверений будет производиться в участковых избирательных комиссиях. Получив этот документ, избиратель сможет проголосовать в единый день выборов в любой точке страны. Повторно при утере не выдается. Все открепительные удостоверения номерные. По ним ведется строгий учет. Поэтому, получив открепительное удостоверение, избиратель должен понимать, что относиться к нему нужно исключительно бережно.